Всем большой привет. Надо мне какую-то музыку придумать, чтобы была за кадром, знаете, чтобы было прям атмосферно. Сегодня у нас с вами будет такой немножко... Слушайте, там вообще, по-моему, закат, я даже не знаю, как мне ловить солнце. Но вот так... Так, по-моему, лучше не стало, но значит, уже и не станет. Так, ну ладно. В конце концов, главное, чтобы голос мой было слышно. Сегодня у нас продолжение нашего чудесного плейлиста, который, так сказать, является основой моего сейчас, не знаю, понимания жизни и просто понимания какого-то, зачем вообще жить, зачем стараться, зачем стремиться и так далее. Я, конечно, немножко из депрессии, да, и только что из нее, можно сказать, вылезла, поэтому у меня еще остались последствия вот этих вот драматичных, знаете, таких нот, когда все равно все будет плохо, зачем что-то делать и так далее. Или все равно там шансов на спасение нет, давайте просто сдадимся. Да, это, к сожалению, неправильно. Ну, это, в смысле, у меня, к сожалению, есть, но это неправильная позиция, надо из нее выкарабкиваться. Итак, сегодня мы поговорим, продолжаем говорить про треугольник Самбандхи, и там говорилось про, значит, душа, Бог и материальная природа. И сегодня мы затронем самую интересную тему — это Бога. Да, то есть, как, по крайней мере, то, что я запомнила. Я, конечно, хотела подготовиться лучше, но не тут-то было. Будем опираться на нашу память. Что мы помним, то и будем читать. С моими, естественно, комментариями. Куда же без них? Итак, самое первое, что я хотела сказать, что мне понравилось, да, в Харе Кришна, в Искон, там есть такое понимание, что Бог обладает изначально всеми качествами, всеми шестью. То есть изначальные качества, они присущи Богу. Я зачитаю. Это сила, красота, мудрость, слава, богатство и отрешенность. То есть эти качества изначально присущи Богу. И если по-честному, да, вот я так смотрю, и если подразделить все в нашем материальном мире на вот эти шесть качеств, то они действительно все сюда вписываются, да, то есть там материальные богатства, но это самое понятное. Мудрость, сюда относятся знания, вот ученость, да, то есть как бы я это оцениваю, да, то есть для меня вот прям, когда умный человек, он красиво, скажем так, может преподнести мысль, это прям красота. И я понимаю, что вот изначальный разум исходит из Бога. То есть богатство, мудрость, слава. Слава — это популярность, да, это чтобы меня все знали, хочу быть самым известным там во всей стране, во всем мире. Мы тоже к этому изначально стремимся. То есть у нас все эти шесть качеств тоже есть, но в той или иной степени проявлены. Говорится, что у Бога оно проявлено максимально. Отрешенность, вот это для меня было самое непонятное. Сила понятна, красота понятна, мудрость понятна, слава понятна, богатство понятно, отрешенность непонятно. И для меня это тоже было, что такое отрешенность, в чем красота вообще отрешенности, пока я не встретила в одном из храмов, там были монахи, и они просто служили в храме. На самом деле они даже просто молча очень часто, не выделялись, никаких не умничали, они не богатые, их никто не знает. То есть я даже имени не знала этого человека, пока я не поняла, что он мне так нравится, вот этот вот монах. Это, конечно, такая история. Это было вот в 18 году, когда я только-только вообще начала, скажем так, ознакомливаться с религией. Вот. И тут я поняла, что меня привлекает, а это отрешенность. И это так красиво, если вот действительно в это вдуматься, когда человек ни к чему не привязан, вот ни к чему. Знаете, когда вот эта вот скряга, когда привязан к богатству, там какая-то привязан к красоте, тоже мы понимаем, что это корысть какая-то, да, вот, допустим. Или к славе, да, вот человек хочет общаться только с известными людьми, да, там. Тоже какая-то корысть в этом чувствуется.
То есть и отрешенность — это вообще бескорыстие полное. То есть мне абсолютно ничего не надо. Да, на самом деле это очень-очень красиво. И вот когда я на примере вот этих монахов, я поняла, что это действительно может быть очень-очень красиво. Хотя раньше я этого не понимала. И еще вообще в Искон очень много описаний Бога. Я прочитаю несколько стихов из Бхагавад-гиты. Например, это сам Бог говорит с Арджуной по описаниям. Вот, то есть давайте представим, что, допустим, это так. Да? То есть мы тут теоретики, мы, так сказать, ищущие люди, мы все пытаемся просто разобраться. Итак, хотя я нерожденный, и мое трансцендентное тело нетленно, хотя я повелитель всех живых существ, в каждую эпоху силой своей внутренней энергии я проявляюсь в этом мире в своем изначальном духовном облике. Да, в Индии есть философия, что там сам Господь приходит в виде аватар на землю. То есть, допустим, в исламе это вообще почему-то такое вот даже не допускается. В христианстве тоже. Ну вот в иудействе еще было, что Господь разговаривал с Моисеем, да, но тоже он, как бы, Моисей же его не видел, там, как бы, в виде каких-то абстрактных только фигур. И также в исламе Мухаммед сам Бога не видел, там, через какие-то там препятствия, он просто его слышал, вот. А в Индии, это вот к слову, что религии, они все-таки немножко разные имеют оттенок, и как и человек, допустим, я просто ищущий, мне просто интересно, кто что об этом знает. Вот вообще мне не важно там политика, политические какие-то вопросы, мне действительно важно, кто, где, какие знания вообще сохранились, насколько это достоверно, насколько это действительно может способствовать моему духовному прогрессу, чтобы я узнала о Боге и смогла к нему как-то привязаться. То есть вообще вот Бхагавад-гита — это слова Бога, как бы так говорится. Вот. Я нерожденный, и мое трансцендентное тело нетленно. Это прям, знаете, завораживает. Вообще, тут много стихов, которые вот... Тот, кто знает божественную природу моего явления и деяний, никогда больше не рождается в материальном мире. Покинув тело, он достигает мою вечную обитель. То есть вот... Освободившись от привязанности, страха и гнева, сосредоточив на мне ум и найдя во мне прибежище, многие люди в прошлом постигли меня. Так они очистились от материальной скверны и обрели трансцендентную любовь ко мне. Я не знаю, меня это до глубины души. Как человек предается мне, так и я вознаграждаю его. Каждый во всем следует моим путем. Ну, не все мне понятно, но стремясь достичь успеха в кармической деятельности, ну, это в материальной деятельности имеется в виду, то есть там построить дом, посадить дерево, нарожать детей. Люди этого мира поклоняются полубогам, ну, это ладно, это Индия, будем помнить, что это Индия. Конечно же, очень быстро получают награду за свои труды. Но мы здесь изучаем Бога, мы просто... Никакая деятельность не может осквернить меня, это Бог говорит. Никакая деятельность не может осквернить меня, и я не стремлюсь к ее плодам. Кто постиг эту истину, тот, как и я, никогда не будет связан последствиями своих действий. Но это говорится про вот судьбу, карму, да, то есть что посеешь, то и пожнешь. Если делать все для Бога, то грехи не засчитываются. Это тоже очень сложная тема, но она как бы разбирается. Тут также есть: «Всякий раз, когда религия приходит в упадок и воцаряется безбожье, я сам не схожу в этот мир». Я сам не схожу в этот мир, чтобы освободить преданных и уничтожить злодеев, а также восстановить устои религии,
Я прихожу сюда из века в век. То есть даже не один раз, а постоянно. Тот, кто знает божественную природу моего явления и деяний, никогда больше не рождается в материальном мире. Но тут идея идет про реинкарнацию, что мы все равно реинкарнируем, душа, она вечна, она не может... Ну, то есть она где-то существует. Либо она рождается, либо она где-то там подвисает. Какой-то еще был стих, я вам хотела зачитать. А, ну это вот, ну это, наверное, пока. Тот, кто действует, не стремясь наслаждаться плодами своего труда, обладает всей полнотой знаний. Мудрецы говорят про такого человека, что все последствия его действий сгорают в огне совершенного знания. А это есть в религиях, например, когда говорят, что грехи стерты, один раз повторить молитву, и все, все твои грехи уйдут. Ну, по-моему, в христианстве там как-то по-другому, там Иисус забрал все наши грехи. А вот в исламе я такое слышала, что если достаточно один раз произнести имя Аллаха, ну, как, я своими словами, знаете, не скажу, да, или просто сказать, что вот я предавшийся, я мусульманин, то все твои грехи стираются. Тут тоже об этом говорится, что если ты, ну, это, знаете, еще вопрос, чтобы один раз произнести чистое и бескорыстное имя Бога, это надо всю жизнь потратить, чтобы, знаете ли, очиститься от корысти какой-то. Такой мудрый человек владеет своим умом и разумом, не считает себя собственником того, что ему принадлежит, и заботится об удовлетворении только самых насущных потребностей своего тела. Деяния таким образом, действуя таким образом, он никогда не навлечет на себя греха. Представляете, овладеть умом и разумом. В общем, если уж так сильно действительно вдуматься, то это очень сложный путь. Это прям действительно сложный путь. Но я как бы думаю, это того стоит. Так. Ладно, открылся чек. Человек, целиком погруженный в мысли обо мне, непременно достигнет духовного царства, ибо он полностью отдает себя духовной деятельности, в которой и жертвенный огонь, и все, что приносится в жертву, отдается одной той же духовной природе, природе Абсолюта. Вот еще раз почитаем, это сложно. Человек, целиком погруженный в мысли обо мне, то есть о Боге, человек, целиком погруженный в мысли о Боге, непременно достигнет духовного царства. Это сам Господь такое говорит. Ибо он полностью отдает себя духовной деятельности. То есть если мы думаем о Боге, это уже считается деятельность. Вот как. Духовная деятельность. В которой и жертвенный огонь, и все, что приносится в жертву. Жертвенный огонь — это, вот знаете, на слуху же в религии жертвоприношение. А тут в жертву мы приносим все свои мысли. То есть ни кого-то, ни что-то. Ну, очень популярная идея, что там животных принести в жертву. Говорят, в наше время это как бы просто греховная деятельность. Ну, я не знаю, но как бы вот тут в жертву приносятся мысли. Представляете? Мысли. Контролировать мысли надо научиться. И все, что приносится в жертву, обладает одной и той же духовной природой, природой Абсолюта. То есть если мы научимся думать о Боге... Давайте почитаем комментарий Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупада — это человек, который принес эту философию на Запад. Перевел книжки на английский с комментариями, и так создалось ИСККОН. То есть все Харе Кришна, которые у нас поют в России, ходят, на самом деле имеют под собой гигантскую философию, гигантскую историю. И
огромный потенциал, так сказать, сделать нас счастливыми. И в этой, как бы, пока мы в материальном мире, еще и, если мы достигнем успеха, вернуться в царство Бога. То есть невероятно. Я раньше не знала, что там такая, знаете, философия есть. Так, ладно. В этом стихе говорится о том, как деятельность в сознании Кришны приводит к человеку к духовному совершенству. Представляете, духовное совершенство. Есть много разных видов деятельности в сознании Кришны, и все они будут описаны в последующих стихах. Здесь же сформирован сам принцип деятельности в сознании Кришны. Обусловленная душа, оскверненная соприкосновением с материей, вынуждена действовать в материальном мире. Однако ей необходимо вырваться из материального плена. Это можно сделать с помощью сознания Кришны. Больного, у которого расстроился желудок от чрезмерного употребления молока, можно вылечить другим молочным продуктом, простоквашей. Здесь мы просто доверимся, я не проверяла. Подобно этому, обусловленную душу, поглощенную материальной деятельностью, можно, исцелив, занять деятельностью в сознании Кришны, описанной в Бхагавадгите. Это мы сейчас Бхагавадгиту, кстати, читаем. Этот метод обычно называют яги или жертвоприношением. Ну вот мы говорили, чтобы принести мысли в жертвоприношение. А там вообще надо все принести в жертву, и свое тело, ну то есть деятельность, то есть руки, ноги, глаза, уши, все должно быть задействовано для Бога. То есть деятельностью, единственная цель которой — удовлетворить Вишну или Кришну. Да, в Индии у Бога много имен, но это везде, во всех религиях у Бога много имен. И в Индии, наверное, самое популярное, распространенное — это все-таки Вишну, вайшнавизм. Вообще, да, Харе Кришна — это как бы часть вайшнавизма, составляющая вайшнавизма. В Индии официальная религия в Индии это вайшнавизм. Ну, веды, вайшнавизм. Вот, Вишну — это, ну, тоже аватара Бога. Вот, и имя у него Вишну. Но тут описывается, что Кришна еще выше Вишну. Поверим. Чем больше живых существ в материальном мире будет действовать в сознании Кришны, то есть только ради удовлетворения Вишну, тем больше духовной станет атмосфера этого мира, благодаря полной погруженности людей в сознание Кришны. Представляете, ни войн, ничего не будет, только счастье. Как бы мы зажили, да, хорошо. Но говорится, что не на этой планете, в материальном мире это невозможно. Так, слово «брахма», «брахман», значит «духовный». Господь духовен по природе, поэтому лучи, исходящие от Него, трансцендентного тела, называются брахмаджьоти. А, ну это про сияние. Так, его духовным сиянием, брахмаджьоти — это его духовным сиянием. Все сущее покоится в брахмаджьоти. Но когда это джьоти покрыто иллюзией майи или желанием чувственных удовольствий, его называют материальным. Но это, как мы с вами говорили, треугольник самбандхи, да, вообще все исходит из Бога. И духовная, и материальная природа, она вся изошла из Бога, и она ему принадлежит. Наверное, здесь об этом. Этот материальный покров можно сбросить. А, еще, кстати, говорилось... Ладно, давайте дочитаем, потом скажу. Воспользовавшись методом сознания Кришны. Все, что приносится на огонь сознания Кришны, сам жертвенный огонь или тот, кто принимает подношение, процесс принятия, человек, совершающий подношение, а также конечный результат, все это вместе взятое является брахманом или абсолютной истиной. Это уже сложно. Вообще, действительно, священные писания — это очень сложно. Абсолютную истину, покрытой майей, называют материей. Шо?
Но материя, используемая в служении изначальной абсолютной истины, возвращается в свое исходное духовное состояние. Сознание Кришны – это метод, позволяющий преобразовать иллюзорное сознание в брахман, абсолют. Когда ум полностью погружен в сознание Кришны, он находится в состоянии транса, самадхи. Медитация это еще называют. Любое действие, совершаемое в этом духовном состоянии, называется яги, жертвоприношением абсолюту. Благодаря духовному сознанию жертвователь, подношение, принятие жертвенного дара, жрец или тот, кто непосредственно совершает жертвоприношение, а также конечный результат жертвоприношения, все становится тождественным абсолюту, верховному брахману. В этом суть метода сознания Кришны. То, что мне пришло на ум, когда сравнивают, да, вот то, что говорят, что мы сейчас как ребенок, знаете, он накрылся одеялом, и ребенку ничего не видно. И он думает, что и его тоже никому не видно. Вот сравнивают, как вот душа попала в материальный мир. Это как ребенок сидит на кровати и укрылся одеялом. То есть родители-то, конечно, видят, что ребенок сидит также на кровати, он укрылся одеялом. То есть как бы родитель здесь аналогия с Богом. То есть Бог как бы видит, где мы, что мы, как мы, он все знает, что мы там делаем. Но вот мы укрылись, и нам кажется, что нас не видно. И в этом есть иллюзия. И вот эту иллюзию как бы надо сорвать. Может, звучит как-то странно, но вот если интересоваться, копаться, по ходу дела так оно и есть. Кстати, кому интересно, Бхагавад-гита, наверное, я как бы буду дальше как-то читать. Но на втором канале у меня есть канал «Домой к Богу». Он прям так и называется. Ссылка внизу в описании будет. Вот. Там, конечно, я делюсь именно просто своими переживаниями в большей степени. Если вы на канале «Домой к Богу», то вы там, где надо. У меня просто два канала. Вот. В общем, да, как я уже говорила, что вот Бхагавад-гита, наверное, это самое такое полное описание Бога. То есть нигде в другом месте я столько описаний Бога не нашла. То есть есть описание правил, каких-то там запретов. Вот это делай, это не делай, это хорошо, это плохо. Я говорю, окей, да, то есть у меня как бы был такой запрос, что проблем нет. Я могу там вообще ничего не есть, вообще никуда не смотреть, вообще ничего не делать. Если мне будет понятно, зачем вообще я это делаю. И вот, наверное, в Бхагавад-гите это была первая такая книга, где я прочитала просто описание Бога, то есть кто это вообще. На самом деле там 18 глав, это я вам только одну главу, да, ну, даже не до конца, в общем, мы ее прочитали. Четвертая глава, кстати, была. Вот, она вся состоит из стихов, Бхагавад-гита. Ее много кто комментирует. В Индии это считается одной из, ну, как бы, из священных писаний. То есть это часть, я не знаю, там как вот эта вот иерархия. В общем, часть, я знаю, что это часть Махабхараты. Махабхарата к Пуранам, наверное, относится. В общем, это все сложно, потому что я не индус, а как бы это не моя философия. Но Бог, он вне религии, вне нации. И я в это верю. То есть я действительно верю, что если человек осознал Бога, он не будет делить ни на нации, ни на там эти хорошие, эти плохие. Это я акцентируюсь на... Ну, в смысле, это я делаю вывод из Святого Луки. Боже мой, уже 25 минут. Да, потому что... Ну, просто наглядный такой, да, момент, что он был врач, и он лечил заключенных в тюрьме.
То есть он даже писал, что эти люди могут меня там убить завтра ради нелепой пуговицы, я все равно буду их лечить. То есть человек даже не разделял на хороших и плохих. Это очень сложно. Я по себе поняла, что это очень сложно. Я могу не разделять по нациям, я могу не разделять по цвету кожи, я могу там, знаете, не разделять по каким-то там внешним признакам, да. Но вот хорошо ко мне человек относится или плохо, я буду, к сожалению, относиться зеркально и взаимно. Вот. Поэтому я как бы точно знаю, что я уровня святости не достигла. Вот, святой Лука относился действительно ко всем одинаково. И он действительно всем сострадал и действительно хотел всем помочь. Я так понимаю, что вот этот человек действительно обрел Бога в сердце. То есть ему открылось это духовное знание. Я пока только иду. Ну и вы вместе со мной, если вы досмотрели видео до конца. Все, всем спасибо за внимание. Напишите в комментариях, понравилось ли вам такое чтение. Это, конечно, на любителя. И, наверное, это немножечко необычно. Да? Все-таки не так уж много людей, кто сейчас интересуется священными писаниями. И вот так, чтобы действительно посвятить себя изучению. Вот, всем спасибо за внимание, до встречи в следующем видео, всем пока!